на конкурс. Дети читают стихи. Васильева Диана, 8 лет. Вероника Тушнова, кукла. Много нынче в памяти потухло, но живет безделица пустяк. Девочка, потерянная кукла, на железных скрещенных путях. Над платформой пар от паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полной, внезапной и жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Казалось ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа посадки торопясь затоптала куклу у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Малая, и смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так хоть этой крохотной потери дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.